Участник нашего сегодняшнего обзора — это Traffic Super Race. Это довольно простая и красочная игра, нацеленная на детскую аудиторию. Здесь все максимально просто. Нам необходимо ехать по дороге и собирать слитки золота. При этом мы стараемся объезжать все автомобили, которые будут встречаться на нашем пути. В общем-то, это и все. Цель, конечно же, поставить новый рекорд и похвастаться своим друзьям. Также на заработанное золото мы, само собой, можем купить другие более мощные автомобили. Тут есть три вида, это слабая, средняя и самая быстрая тачка. Игра, уверен, должна понравиться детям. Симпатичная графика, приятная музыка и удобное управление. Игрушка несложная, и поэтому, думаю, даже самые маленькие геймеры смогут в нее поиграть. Конечно же, доступна она бесплатно. Идем дальше.